Аншлаг. Саранча произвела фурор в вольере. То есть вот даже так мы охотимся, да? Перед выпуском все хищники получают живой корм. Они, конечно, не только насекомых получают, но я вам не буду показывать, естественно, видео с мышами. Потому что это не очень приятно все. Они сегодня не ели еще, поэтому саранча всех очень радует. Тут сидит тупенький, который вообще ничего не понимает. Смотри, что есть. Два идиотика. Часть саранчи, конечно, у нас разбежится, это неизбежно. Оу-оу. В общем-то, он правильно все делает с точки зрения осоеда, но... Но в целом он мог бы просто поймать саранчу. И с этим у него какие-то проблемы. Друг, ты не выколупаешь. Вообще никак не получится прокопать коробку. У нас два каких-то пустельжонка таких прямо. Ты мне не нравишься. О! Я тебе тоже, да? На. Держи, слабоумный. О, ты поймал, молодец. Осторожно, теперь надо отобрать эту осоеда, а то осоед отберет у тебя. Вы потеряли саранчу? Когда охотился на саранчу, поймал осоеда. Так. На. Твоя задача его хотя бы удержать. Мне как бы говорят, давай открывай вторую коробку. Вторую коробку открывай, открывай вторую коробку. Есть, да, такие товарищи, которые
не особо меня боятся, откровенно говоря. Я не могу одной рукой открыть. Ага, меня кусают за шею. Ну, давай. О, добытчик. О, уронил. О, пусть тебя забрала. Собственно, весь сосоед в этом. Как тебя в природу выпускать? Ты вообще не способный ни к чему. На самом деле, это полезно за этим наблюдать, потому что тут есть прямо вот товарищи, ну, по которым видно, что их особо не выпустишь. Давай, иди сюда, смотри. Ты что орёшь-то? Вот, смотри, еда. Давай. Вперед. Молодец. О. Давай, дурак. Соеды, конечно, не выдерживают конкуренции с пустельями. На мне там потрошат саранчу. Ура, саранчиные кишки на плече. Можно вашу подъемы? Вот этот какой-то прямо катастрофический неудачник. Смотри. Он вообще живой корм не понимает. Там вот все понимают живой корм, даже инвалиды. Thank you.
Я чувствую, как саранча ползет у меня по штанине. Точнее, внутри штанины. Мне кажется, осоеды до сих пор не умерли от голода, только потому, что мы в вольере всех кормим обычно с запасом. Иначе просто их бы объели пустельги. Опа, он увидел и съел. Этот опять лезет копать коробку. Что-то нашел. Пустельги в природе едят насекомых, ну, крупных в основном, естественно. Осоеды вообще преимущественно едят насекомых, поэтому они и осоеды. Они охотятся на земляных ос. И когти им нужны не столько для того, чтобы прямо захватывать добычу, сколько для того, чтобы землю рыть. Как у нас инвалиды охотятся. Может быть, инвалидов выпустить в дикую природу. Правда, кто им там будет саранчу кидать, я не знаю. Я могу сжалиться над тобой и дать тебе одну. Лох.